Ребята, всем привет и доброго времени. На вашем Пассате сцепление где-то там, в самом низу, как у меня, тогда вариант решения этой проблемы. Первое. Пробуем с салона. Вариант такой, что если вы хотите из салона что-то сделать, ну вот у вас есть сцепление, в данном случае, как у меня, оно где-то в полу, то есть с салона вы ничего не сделаете. Вот. Здесь все стоит мертво, никаких зазоров, никаких регулировок нету. Что я могу предпринять? Единственное, это снять рабочий цилиндрик и попробовать удлинить шток. Вот единственное, что я могу сделать. Смотрите, ребята, я пошел у себя в старых запчастях, нашел один разобранный цилиндрик, который я оставил на всякий случай. Вот, на всякий случай. И пришло. Так, смотрите, вот такой вот шток у него идет. Сейчас что я делаю? Я снимаю тот, который у меня стоит, меряю эти два штока и сравниваю, что к чему получится. Вот. Потом вот этот вот шток возьму сюда, вот сзади его наварю миллиметров 5 и попробую, как оно будет. Ну что, вперед снимать. Откручиваем рабочий цилиндрик сцепления. Я здесь уже поставил болты под ключ. Сейчас вытаскиваю и проверяю, подходит ли у меня шток или нет. Я потянул за нее, он оттуда выскочил. Ну, сейчас иду меряю их по длине, этот и тот, и посмотрим, что они из себя представляют. Ну, если вот так вот верить, то этот даже длиннее этого. Точил и наточил вот такую вот байдовину. Теперь иду пробую ставить и пробовать. Только вот родной куда-то дел, куда уже найти не могу в своем бардаке. Поставил, собрал. Теперь самое интересное сцепление стало лучше. И также в полу где-то там заводим, пробуем. Вообще огонь. Стало лучше, ребята. Стало гораздо лучше. И педалька сразу прям чувствуется, что вот оно сцепление. Но все равно где-то там не прям, чтобы прям очень стало лучше, но ну, в серединку поднялось примерно на 5 миллиметров. Ну как я в принципе рассчитывал. Много, потому что тоже нельзя. Потому что оно может получиться так, что будет буксовать, если прям сильно наварить. Ну вот, например, 5-6 миллиметров наварить можно. Если у вас педаль в полу, вот, то 5-6 миллиметров, гаечка восьмерочка. Вот я взял гаечку восьмерочку и ее еще сточил. Вот, надо было, наверное, все-таки делать десяточку и было бы вообще получше. Но пока оставляю так, поезжу еще попробую, посмотрю. Чтобы точно прям было, потому что тут в гараже оно всегда все хорошо работает. Как только из гаража выезжаешь, так начинаются проблемы. Ладно, выезжаем, пробуем. Домой приеду, расскажу. Ну что, ребята, я покатался на этом варианте сцепления, когда наваренное чуть длиннее, вот, на удлиненном штоке. Теперь сцепление у меня стало посередине. Ну, вот педалька не в самом полу. Передачи третья и задняя начали включаться мягко, без гр. Вот, прям кайф. Вот то, что мне и нужно было. Серединка. Не низ, не верх, а именно вот серединочка. Вообще просто стало кайф. И, кстати, педаль теперь стала у меня жесткая. Вот, вот так вот сразу прям чувствуется, что прям как настоящее сцепление. А то она у нее был такой вот холостой ход. Теперь этого нету. Теперь она стоит прям жестко, кайфово. Так что если хотите поднять педаль сцепления, то можно смело наваривать, затачивать, обтачивать, и будет вам кайф. Реально кайф, ребята. Так что вот если хотите поднять, то делайте, поднимайте, будет песня, будет огонь. Ну а на этом всем добра, всем пока и удачи всем. Хотите поднять сцепление? Поднимайте.